Peace. Здравствуйте, на канале Шалим Крипте. Сегодня мы будем шалить и зарабатывать в криптовалюте. Поговорим о DEX-бирже StoneFi. Ребят, очень крутая биржа, DEX-биржа, тем, что она выпустила такой данный токен, как NotCoin, и вместе с Дуровым, и они дали нам очень сильно заработать, абсолютно без вложений. Ребят, как всегда, лайк, комментарий, подписка вознаграждается в виде троечков за то, что вы смотрите видеоролики абсолютно от начала и до конца. И точно так же хотел бы вам порекомендовать свой телеграм-канал, где я публикую различные способы заработка, как с вложениями, так и без вложений. Аирдропы, дропы, фри-то-плей, плей-турн и много-много другое. Все самое актуальное, все самое крутое стараюсь здесь публиковать в нашем телеграм-канале. Итак, ребят, переходим по ссылке в описании. Были у меня неоднократно раз посты о StoneFi. Не буду дальше рубрику эту вести, продолжать. Поэтому хочу сделать повторный обзор. Как видите, вот напоминание, что есть нод Tonum, есть нод QSDT, мы можем закинуть пул. Итак, ребят, переходим по ссылке в описании, попадаем мы на вот такой вот сайт, нажимаем Go to App, и нас перекидывает на такой вот сайт. Вот так вот оно у вас будет выглядеть. Нужно будет подвязать свой кошелек Telegram, выбираем TonKeeper или Wallet on Telegram, я телеграмовский, всего намного проще это все сделать. Сейчас он загрузится, нажимаем Connect, нажимаем Done и возвращаемся назад на наш сайт. Все, видим, наш адрес здесь подъеден, показываем, сколько у меня тона, не так то много осталось, бо я все стараюсь выводить. Итак, вот у нас есть StoneFi, мы нажимаем, например, на пулы, и здесь все показывается в пулах. Как видите, здесь есть, например, 1.94, 19.31, 13.3103 и так дальше, тому подобное. 96. Что это за процент? Это, ребят, доходность не за день, а доходность за год. Что это значит? Что каждый день, в зависимости от пула, сколько людей вот сюда вносит средств, столько, естественно, от этого отталкивается именно наша доходность. Вот. И от этой доходности мы уже, естественно, получаем. Как видим, тон USDT, все понимают, что риски минимальные. Накидывали людей на 206 миллионов долларов и, естественно, и оборот 5 лямов. От этого зависит ликвидность данной площадки. От этого вышла такая цифра, потому что все делятся и маленький процент доходности. Может, есть нод тон 91.31. Я сюда заходил, когда было еще первый ролик снят по данному StoneFi. И здесь было 122% годовых. Сейчас, так как уже сюда людей намного больше средств занесли, то получается 19.31% годовых. Меня показывает, вот я внес средства, вносил я тогда на тот момент 50 долларов, 50 или 55, что-то такое. И в общем оно выросло, потому что проценты накапывают каждый день и выходит 68.17. Вот, как видим, вот это как раз пули, все находится, и здесь мы можем как раз зарабатывать. Вот, нажимаем на Open. Все зависит от того, как мы и хотим это все сделать. Нажимаем Add Liquid, и сюда мы вносим средства пополам. И, естественно, за счет ликвидности, что покупают, торгуют, вам делятся с вами биржа вот этими, так как вы держите свои средства на их бирже, то, естественно, вы зарабатываете. Ребят, как всегда, лайк, комментарий, пост, подписка вознаграждается за то, что вы смотрите мои ролики. Вот, это все сделали, получили трончики. Ну а здесь DEX-биржа, ребят. Здесь тоже положили и можете забрать средства в любой момент и, естественно, зарабатывать абсолютно на полном пассиве без каких-либо рисков. Ну, об этом все. Спасибо вам всем за внимание. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Всем пока и всем хорошего профита.